Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня будет урок вязания. Я предлагаю вам вместе со мной связать вот такую красивую, очень красивую снежинку. Она немножечко сложнее, чем я вязала в прошлый раз. Это вот эта снежиночка. Она немножко будет сложнее, но тем не менее она будет, как мне кажется, более интересная. Вязать я буду вот с такой тоненькой пряжи. Здесь вот у меня такие клубочки есть. И крючок у меня 1,25. Начинаю вязать с серединки. Здесь у меня будет первый раз наборной ряд 10 воздушных петелек. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И, как обычно, мы соединяем в колечко. Теперь мы еще раз обойдем столбиками без накида. И здесь их будет у меня 24 столбика. Сделаем одну воздушную петелечку. Вот немножечко отодвину в сторону. Сделаем одну воздушную петелечку. И теперь я буду набирать 23 столбика и одна петелька воздушная, 24-я. И так вот я буду идти весь кружок. Соединила я первый ряд. Теперь 3 петельки для подъема. Теперь делать буду, вязать вот этот уже второй ряд. В каждую петелечку нижележащего ряда я буду ввязывать столбики с одним накидом. 4 столбика с одним накидом, потом 4 воздушные петли. 4 столбика с накидом и 4 воздушные петли. Эти 3 воздушные петли для подъема, они будут у меня играть роль первого столбика. Значит, еще 3 столбика. Каждую петелечку. Теперь получается 4 столбика и делаю 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Теперь делаю 4 столбика с одним накидом. Каждую петелечку. Первый столбик. Второй столбик. Третий. И четвертый. И опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И продолжаю вязать столбики с одним накидом. Так, я должна дойти до конца круга. И вот таких вот столбиков у меня должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 я уже сделала, еще делаю 4. Я закончила этот ряд. И теперь приступаем к самому интересному ряду. Это вот этот вот ряд с такими лучиками. Делается он очень и очень просто. Сейчас я вам покажу. Здесь у меня 4 столбика. Значит, я над каждым столбиком буду делать столбик без накида.
Теперь выхожу на эту арочку из 4 воздушных петель. Теперь делаю первый лучик. Вот этот первый лучик. Здесь у меня 10 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь прямо под арочку столбиком без накида. Теперь делаем следующий лучик. А вот в этом лучике у меня 15 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15. Под эту арочку из 4 воздушных петель соединяем. Следующий лучик у меня самый большой. Здесь у меня 30 воздушных петель. Он должен очень красиво смотреться, когда он будет вот таким вот высоким, длинненьким. 30 воздушных петель. Вот у меня 30 воздушных петель. Немножечко надо сдвинуть. Следующий лучик у меня 15 воздушных петель. И опять же в арочку из 4 воздушных петель делаем столбик без накида. И последний лучик 10 воздушных петель. И заканчиваем столбиком без накида. Теперь идут 4 столбика. На этих 4 столбиках будем делать 4 столбика без накида. Для того, чтобы подойти, надо к следующей арочке из 4 воздушных петель. Делаем столбик без накида и повторяем. Повторяем 5. 10 воздушных петель, 15 воздушных петель и 30 воздушных петель. Потом идем в обратном порядке. Сделала я второй комплект воздушных петель, лучики с воздушных петель. Теперь делаю 4 столбика без накида по этим столбикам, ниже лежащим столбикам.
И подошла я к следующей арочке из 4 воздушных петель. Вот так вот получается. Теперь я должна это повторить еще раз. 2, 3, 4. Повторяется 4 раза, и на этом наша снежинка уже будет закончена. Что ж, продолжаем работать. Ну что, друзья, я закончила этот ряд. Самый красивый и самый длинный. Теперь немножечко вот так надо было бы подтянуть все эти лучики. Теперь остается сделать нашей снежинке небольшое купание. А купание будет у нее клей ПВА, разведенный на 1/3 с водичкой. Нить можно уже обрезать. Вот так вот. Спрятать ее на изнаночке иголочкой. И будем ее купать. Так, приготовила я клей. Это клей ПВА. Теперь надо хорошенько намочить и оставить минут на 5, чтобы хорошо промокло и хорошо клей взялся за нити. Подождем 5 минут. Прошло уже 5 минут. Надо ее вытянуть уже. И немножечко ее отжать. Совсем немножко. А накалывать я буду вот на вот этом поролончике. Это поролон для того, чтобы хорошо у нас она накалывалась. Надо расправить, потому что от того, как мы сейчас делаем блокировку, это прокалывание вот этими иголочками, настолько хорошо она будет у нас смотреться. Это очень важный сейчас будет момент нашей работы. Распрямить серединку надо, чтобы она была очень красивенькой такой вот. Прежде всего надо укрепить середину. Хотя бы в 2 раза вот так вот. Вот я взяла коротенькую спицу. И вот теперь надо будет каждый лучик наш вот так вот растягивать. И накалывать. Насколько красиво это проколется, настолько красиво наша будет смотреться снежинка.
И вот так вот каждую снежиночку, каждые лучики буду прокалывать. Итак, я хочу показать, как я проколола свою снежинку. Еще раз хочу сказать, что вот это очень основная работа, очень серьезная работа, насколько вы растянете вот эти лучики и насколько они будут вот так вот ровненькими, настолько будет красиво смотреться уже высохшая наша снежинка. Для того, чтобы она быстро сушилась, я ее немножечко в ткани промочила, прокрутила, немножко убрала лишнюю жидкость. И сейчас я ее буду сушить феном, чтобы это было быстрее. Ну вот, друзья, я ее высушила феном. Вот она вот такая получается. Здесь совсем другая пряжа, и поэтому она немножечко отличается от этой. Ну, все одинаковое, узор одинаковый, и поэтому и смотрятся они очень красиво. На этом я свое видео заканчиваю, урок вязания снежиночек. Пишите мне комментарии, как вам понравилось, успеваете ли вы за мной вместе со мной вязать снежинки. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если это вам нравится. Всего самого хорошего и до новых встреч и с новыми снежинками и с новыми игрушками на елочку. Будем делать своими руками игрушки на елочку. До свидания!